Согласно федеральному закону об Общественной палате Крыма, ее деятельность – согласование интересов граждан и общественных объединений. С одним из таких у государственного консультативно-совещательного органа есть подписанное соглашение о сотрудничестве. Федерация независимых профсоюзов – крупнейшее объединение в республике. В его рядах более 200 тысяч человек от 27 организаций. Поэтому мы думаем, что наше взаимодействие принесет пользу не только членам профсоюза, а вообще всем работникам Крыма и вообще всем жителям Крыма. Потому что, в принципе, и те вопросы, которые рассматривает общественная палата, обсуждает, это и нормотворческие, законотворческие вопросы, какие-то моменты, моменты общественной экспертизы, то и мы, профсоюзы, частично тоже эти функции выполняем. И мы надеемся на тесное плодотворное сотрудничество. Как считает Григорий Иоффе, всему профсоюзному движению нужно дать новый импульс. В ближайшее время Государственная Дума во втором чтении примет изменения в закон о предстоящих выборах президента, на которых члены профсоюзов выступят наблюдателями. В соответствии с этим законом, по крайней мере в первом чтении об этом было сказано, именно общественные палаты, Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Федерации будут заняты на этих выборах очень важным. Таким знаковым действием мы будем формировать корпус наблюдателей на выборах. В одном Крыму таких должно быть не меньше 2000. Общественная палата, наряду с общественными советами муниципалитетов и органов власти, единственные инструменты публичного социального контроля. После выборов тоже большой объем работы связан с общественным контролем. Как известно, именно общественная палата является субъектом закона об общественном контроле вместе с общественными советами муниципальных органов власти и органов власти республиканским. И мы, конечно же, будем привлекать профсоюзных деятелей, тех людей, которые, так сказать, находятся на земле, работают в реальном секторе экономики, чтобы общественный контроль мог приносить свои плоды. Потому что в двух законах, федеральном и крымском, говорится о том, что общественный контроль является двигателем нашего прогресса. При организации выборов 2018 года Общественная палата привлечет профсоюзы при формировании наблюдательных комиссий. По мнению Екатерины Овчаренко, для активных и искренних людей это возможность проявить свою гражданскую позицию. Анастасия Сухарева, Петр Куцый, служба новостей, ИТВ.